Привет, YouTube, привет, подписчики и гости моего канала. В общем, появилось у меня немножечко времени, не знаю сколько. Заказал я некоторые запчастюлины по интернету. Как будет работать Почта России, неизвестно. Но без них я не могу продолжить строить миник. Вот коробка, кстати, это с него. Это я взял чисто примерить. Вот такая раздаточка у меня появилась. Саня, спасибо, что помог с раздаточкой. Отдельная, как говорится, благодарочка. Так, разложил. Что получается? Редуктор я переверну вверх. Вот эта вся конструкция приподнимется. Это все лежит пока на земле. Посмотреть габарит. Вообще шикарно получается. Раму буду делать по вот этим креплениям, подушкам, как вот они стоят. Такую буду делать раму. В эту раму помещается все. Коробка, двигатель. Все помещается абсолютно. Как ни крути. Мост буду уже обрезать после того, как сделаю раму. Потому что редуктор будет у меня смещен под один край. Чтобы там не изгаляться никак. Вот по факту. Как есть, так и буду ставить. Но уже когда будет готова рама. Также точно буду изготавливать и передний ведущий мост. По факту, как только рама будет, редуктор будет тоже смещен под одну сторону. Для чего? Для того, чтобы кардан, он будет проходить вот здесь по над коробкой. Он будет просто качаться вверх-вниз. Все. Там у него задача простая. Раму буду делать из вот такого швеллера. Это 240-й швеллер. Для сравнения положил вот 100-й швеллер лежит. В общем, ширина у него вот здесь, в этом месте, 90 мм. Толщина стенки 10 мм. Толщина этой стенки 5 мм. Вот такие вот два куска у меня уже лежат лет, я не знаю, около 10. Ждут своего часа, в общем, дождались. Рама будет из них. Кто-то скажет, да зачем она такая? Да не, ребята, вес имеет значение. Я уже устал догружать каждый раз технику, потому что не хватает сцепления с землей. Приходится работать не только на асфальте, но и на земле. В общем, будем его делать килограмм 700 весом. Так, то есть, понятное дело. Делаем по минимуму. Ширину сделаю вот такую точно, как здесь. По краям метр. Колея 82. Будет точно такой же мост, только редуктор смещен. Что еще? Планирую кун сделать ему. Рама классическая. Кун можно смело будет делать. Не бояться, что тут что-то сломается. Тем более на таком швеллере. Я думаю, выдержит, да? Ну да, должен. Вот такие вот дела. Что еще? Какие планы? Чистим мосты. Берем коробку, еще одну, тоже ее перебираем. И строим, начинаем строить раму. Что хотел сказать, вроде сказал. В общем, кому понравилось, ставим палец вверх. Подписываемся на второй мой канал. Добавляемся в группу самодельщиков. Ссылочки все в описании, ссылочки. Даже номер телефона мой в описании. Так что, как-то так. Все, еще увидимся.